Достижение со знаком минус. Хоккейный клуб «Югра» установил абсолютный антирекорд. Впервые в своей истории команда потерпела поражение в 10 матчах подряд. Примечательно, что ровно половину этих матчей югорчане проиграли в сухую. Очередная баранка случилась накануне. Подопечные Анатолия Емелина уступили челябинскому «Трактору» со счетом 0-3. Впереди у «Югры» еще два матча домашней серии. Переломить ситуацию «Мамонты» постараются в играх с «Ладой» и «Автомобилистом».